Что ты думаешь, к нам кабанчика сюда забирать, чи не? Не пускай, тогда он не сюда снимает. Бажаю здоров'я. Всім привіт. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, яке знімав Жека на позиціях на Бахмутському напрямку. Жека, що ми зараз побачимо? Ну, невеличке відео, де я хотів показати, ну, як виглядає загрузка на позицію, і виїзд на позицію, шлях на позицію, та те, як трішечки виглядає бит пацанів на позиції, ну, що їдять, де сплять, та все, і як все це буквально на місці бою. То не тільки це ще побачити, побачити, як вони працюють по ворогу, ну і як по ним працює ворог. То починаємо наш випуск. Поїхали. Руська голуба. Я як-то говорив, що їх тут дуже багато. Да, їх дуже багато. В частності, цей з колокольчиком. Щоб не проїбався. І ще тепленько. І все можна. Тепленько, поїхали. Спальник закрывает пейзажи. А сколько метров? Вперед, давай. Так, все забрали, да? Все. Да, все. Так, автомат. Так, а Макс впереди там, да? Да, вот тут. Что сделаешь? А что нельзя там пробежать? Туда что? Мы пришли уже? Да. А, все. Плюс. Так, ну сейчас перекурю, в себя приду. Можно ж так? А, да. Ты ж тут остаешься. Ну, получается так. Ты уже прибыл, ты уже на улице. А Макс, получается, где? Макс, он работает в СМКшке. Уже побежал работать, да? Да. А я сейчас пока подожду. Бля. И пойду примерно вот туда, где ты дымок выставил. Выучил, блядь. Есть там, да? Помещусь. Так, еще первый. А, опа. Ну, мне не с чем пока сравнить. Ебать, это они... Поменяли, да, пизда, яма. Он ее яма кровь. Ну, пацаны, да, сакцентировали внимание на... Какой хуй не было, блядь. Нескольких. Как уебало хорошо, блядь. Я там, блин, даже описал тут, наверное, уже. Да, близко. Дай бог, чтобы на нашем делить как-то не было. Бо я ебал нахуй. А чем так рубль не ебали нахуй? Туда там воронка не маленькая, бля.
Вони, хоча там воронка була вже, вони просто почти в неї попали. Думаєш, воронку попали, да, чітко? Почти рядышком. Да, да, я берлога. Дай ближче. 10 і 5 брат. Блять, это мы там. Мы им там даем люлей, да? Тут да, так. Там ты берешь мост, да. Такая интенсивность. А вот то мост какой-то, Макс? А? То вот то мост? Нет, это не мост, то холм, понял? Холм. А, это холм, ебать. Да. Мне такое ощущение, как мост, да? Не-не-не. Ебать, думаю, мы мост нахуй держим. А, ебать, железка нахуй поля один. А вот только сетки, да, сверху взрываются, и вот то их пиздячит. Да, да. Ну то наши там, то клещей, если не ошибаюсь. А, то мы пиздюлей получаем, да? Здорово, я рука. Ну там ебало, смотри, если видишь, по-моему, пизда, там попалить в их посадки наши. Теперь плечи, мозгаты. Ну, посмотри, как туда его. Справа. Вот видишь, где нахуй дым пиздует? Пять, вот это шпидеры, да, там. Так, я вот понаблюдаю, если можно. И ты каску в сказке какую-нибудь снимешь, потом его, хорошо? Лучше убрать, да? Да, нахуй сними, я вот. Просто, плюс, плюс. Плюс. Я его даже, блядь, не бачу, нахуй. Вот еще им тут сейчас прилетит туда. Как уебет сейчас там. Бам. Танк ебать. Я не трус, но я боюсь. Блядь, ну ладно. Там если что, ось подложи, чтобы не холодно. Дякую. Да мы видели. Ну что это за звучки такие, прикинь? Ты шо вот эту хуйню по кассетам? Вот я и смотрю, по кассетам. Когда я пиздец, как хуйня надо. Нихуя себе. Может, Василёк вот так по 5 штук выдает? О, вон еще погнали. Я такого не видел. Я тоже не видел. О! Это санцепёк, пацаны. Это санцепёк так делает. А сколько время? Если не трудно, 18:02? 18:00. 6 часов ровно. О, вот 6 часов ровно. Движ. Вон опять. Да я ебу нахуй. Якісь дальше летять, якісь ближе, да? Только у санцепёка, мужики, столько прям в магазине. Вы ж сами знаете. Так, это гадина.
автоматизуют, может. А это уже пролеты, да? Да. Ну, держи. Все, я где через окно. Через 10 метров, давай следующий, понял? Ага. Тих, пошел! Так вот так отбегаю, да? Свои вещи потихоньку сейчас будем заносить. Туда, да? Не знаю, куда это все слаживать. Что ты думаешь, к нам кабанчик особо забирать или нет? Не пускает, когда он не сюда снимает. Он очень близко. Паша, Паша, ко мне. Чуешь, Захар? Блин, тебе повезет, тебе сука везет, у тебя луна сегодня. Автоп, плюс-плюс. Нормально выйдете. Я думаю, что это по дронам. За херня вообще, блядь. Я вообще не пойму вас. Это понял? Ну, это такая хуйня тут впервые, блядь. Это новый фестиваль, блядь. Рок-музыки. Давайте сбросим. Бать, сука, пидоры огрызаются, я его, блядь. Mm-hmm. Так, а ну-ка, блядь. Тебя пизда, нахуй, подписала на какую хуйню, блядь. Я ебу, блядь. Я выбачаюсь со своей французской, но это пиздец. Раз съезди, там пацаны сидят, глянь, что у них все нормально блядь. Там. Что? Говорят, съезди, глянь, там все нормально у пацанов. А мы ж, блядь, вообще на курорте нахуй, я ебу, блядь. Да. Слушай, ну так ебали, блядь, по ним. Блядь, у меня аж сука РПС-ка растянулась. У меня аж все растянулось, блядь. Нихуево. Это пиздец, блядь, товарищи, нахуй, что я могу сказать? Нихуево. Прошлой неделе такой хуйни не было, блядь. Да, да. Вот вам Женю покажу красиво. О, ну, видно тебя вообще шикарно. Да, не видно. Да, да, нормально. Да. Ну, хоть как-то. А там не покажу, блядь, там бабах. Да-да, там лучше не показывать. Там мы и так слишком нахуй много лазим. А в нынешней войне лазить нехуй надо. Потому что потом, блядь, всякая хуйня прилетает 152 калибра, блядь. И бассейны копая нахуй. Ну, разное. Нахуй надо, блядь. Сидишь, спишь, воюешь, нахуй. И то, блядь. Сука. Блядь, ты куда же? Влево, вправо не ходишь. Да, быстрее да. Закончишь. Да. Ось так. Макс насыпает кацапом. Ну, мы дивимся, як они насыпают. Ну, поки дивимся, да, а так. Це той самий МК. Да, це який ще в Бахмуті був, який ти знімав відео. Да, покажемо обов'язково. Вставимо цей дубль. Це той самий туркменський МК, да, по-моєму? Ні, це американський. Це американець. Цікаво, цікаво. Хаза після Кацапська, так що
не сетуйте. Я на дом бежал этот. Да, да, не надо было. Ага, ну да. Внутри видишь прикол. Садка, блядь, это видишь? Ага. Ну вот та дальняя или ближняя? Нет, ближняя. Вот смотри, правая, ближняя. Вижу. Вот как раз наше поле, и сразу начинается, это заканчивается наше поле, и сразу садка начинается. Вижу, вижу. Это туда хуяли, пацаны. Ага. Да, пидоры. Стреляю, по-моему, еще по кому-то. Не, не стреляю, это ловушки тепловые. Ловушки. А, ноль. Так вот, ноль. Он не просто ноль. Но в ноль он превращается. Так вот, если кто когда-либо отдыхал в посадках, те наверняка знают, что летом можно укрыться в тенечке. Но на так называемом нале в тенечке не укроешься. В тенечке уже ничего не укроется в этой посадке. Так вот, ноль – это там, где ничего. Ни пения птиц, ни беготни собак, волков, котов. Ничего. Только мыши, да. Самые даже живучие и настолько бесстрашные. Очередная пацанская хаза. С пацанской хавкой. Что-то одна вода и ящики, я пошел. Не, консервы, килька тоже огонь. Я даже немножко Я кильку все был съел, блядь, вчера мясо жога так начало. Томат не всегда, не всем, так скажем. Ты еще шесть натуральный. Ну вот такая у пацанов хаза. Как видите, панорамный потолок. Экономия света. Но для истории, для потомка. На Славянске, на Святой Воров все заснял. Тоже все будет в хронике. И здесь тоже все засниму. Мне две. А даже три. Тяжко большой. Мне два. Два? Угу. Таких тебе две? Да ничего. Ну, такой можешь одну кинуть. А тебе такие? Две. А то я уже сутки сахара не видел. Илюха, тебе сколько? Ну і хотілося б додати ще, що це був один з найтихіших днів на цьому напрямку і саме на цих позиціях. Але і за цей коротенький проміжок часу було все від літаків до зенітних пострілів і таке інше. І хлопці працювали з МК. Це буквально була робота Макса з МК. Це автоматичний гранатомет, який вже ви могли бачити у попередніх серіях з Бахмута роботи 93-ї бригади. Тому
Будемо подібне ще відпрацьовувати, знімати, ну, щоб трошки більше розуміння і трошки більше уявлення, ну, люди мали, як це виглядає, що все це не так страшно і, ну, буквально можна і пощупати. Ну да, не так страшно, якщо ти там не знаходишся. Хочу вам сказати, там дуже страшно, якщо ти там знаходишся, але дуже страшно це перший та другий день. Потім ти звикаєш і не так, але знаходиш себе, так скажімо. Так, але вмирати все одно ніхто не хоче. То всі хлопці працюють на 100% для того, щоб знищити ворога та зберегти своє життя. Так. То якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк, бийте у дзвіночок. Допомагайте Збройним силам, донатьте, а ми продовжимо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Гандон!